бренд Imlight на Light Audiotech – традиционное место встречи профессионалов рынка ProLight. Секрет прост. В брендовом портфеле компании есть решения для задач любого уровня сложности. Клейпаки, DTS, Silver Star, Stage 4 – премиальные решения от лидеров индустрии, эксклюзивные OEM-проекты и собственные разработки в сфере постановочного освещения. В этом году мы впервые показали в экспоцентре всю труппу наших артистов. Классический линзовый прожектор «Артист Френель», линейный прожектор для заливающего освещения «Артист FL-1000» и асимметричный линейный прожектор для освещения задника сцены «Артист ЦИК-1000» премьеру 2024 года. На разработку этой серии ушло 2 года, начиная от оптики и электроники, да, алгоритмами управления, все разработано нашими специалистами. В целом, наша продукция используется во многих театрах, и мы надеемся, что вот эта наша новая серия приборов поможет вывести театральное освещение на совершенно новый уровень. Серия «Артист» — это первые и единственные театральные прожекторы, сделанные в России. В этом году стенду Imlight можно было легко присвоить международный статус. Для наших итальянских друзей юбилей стал отличным поводом оценить интерес российской публики к последним разработкам. И в этом году компания выпустила логичное развитие линейки Symphonia. Это прожектор Symphonia Profile HP. Его отличие от предыдущей модели в удвоенной мощности 1200 Вт источник и набору дополнительных функций, включая довольно уникальную на рынке функцию, это пиксель маппинг на матрице прибора для создания еще больше театральных эффектов. Премьера действительно долгожданная, нашумевшая, поэтому неудивительно, что к нам на стенд приходят художники по свету, чтобы специально познакомиться с этой новинкой. Мы чувствуем ответственность за привнесение инноваций, качество, за изменение мира сценического освещения. Это жар, большой вызов, который мы хотим привносить в каждый новый день. Мы говорим, что нет ничего лучше для успеха компании на рынке, чем довольный клиент. Удовлетворенность клиента – вот что я чувствую от каждого, кто поручает свои проекты Imlight. Для компании DTS прошедший год в Российской Федерации был успешен, во многом благодаря партнерству с компанией Imlight. После переговоров Эмилио Карнелли, руководитель отдела продаж компании DTS, с удовольствием провел экспресс-презентацию новинок бренда. Как вы могли предположить, мы представляем 2 новых продукта из наших линеек Alchemy и Synergy. Новый продукт после версии 3.5 и 7 — это новый Alchemy Pro, который, по сути, имеет тот же размер и вес, что и Alchemy 3. Но у него почти такой же световой поток, как у Alchemy 5. И мы считаем, что он мог бы дополнить наше предложение по серии Alchemy, представляющий собой приборы заливного света с многоцветным светодиодным источником для небольших площадок, где важны размер, вес и габариты устройства. Что касается Synergy, у нас появился новый Synergy 6. В том же корпусе, что и Synergy 5, но с 570-ваттным светодиодным модулем, обеспечивающим световой поток в 2 раза ярче. Хотя номинальная мощность светодиода лишь на 170 Ватт выше, чем у Synergy 5. Таким образом, вы получаете более мощный прибор небольшого размера, с небольшим весом и приемлемой ценой. И в начале 2025 года будут выпущены новые продукты. Но я не буду говорить о них сейчас, потому что это даст мне шанс снова вернуться в Россию.
Бренд Silver Star в России уже больше 20 лет. Все эти годы компания демонстрирует верность инновациям и актуальным трендам. В 2024 году инженеры Silver Star взяли курс на универсальность. В этом году компания Silver Star представила не так уж много, но достаточно серьезные новинки. Одна из них – это всепогодный ВОШ 19x50 RGB Lime. Качественное цветосмешение, защита IP67, мощные светодиоды 19x50 Вт. Ну и в целом компания Silver Star переходит на производство светильников, поворотных голов и других приборов в IP-исполнении. Мало того, что это можно использовать на улице, эти приборы гораздо меньше подвержены загрязнению, поломкам, дают меньше шумовых помех при работе, при движении, также при работе вентиляторов. То есть с точки зрения профессионализма или качества использования, они более предпочтительны в том числе и в театрах, и в прокате. Приборы получаются более универсальные. Меня интересует лазерный источник света. То есть в данном случае это BIM, который на рынке сейчас очень востребован, и хотелось бы его видеть у себя в парке. Читаемость на дальних расстояниях – это самое главное, потому что сейчас есть уличные проекты, да даже в помещениях и стадионах это прям востребовано. Когда нужно дать какую-то картинку интересную, это незаменимая вещь. Новое поколение приборов на лазерных источниках света. Это в данный момент в основном БИМы. Это БИМ на 260-м лазере, на 100-ваттном лазере, который выдает весьма ровный луч, достаточно мощный, с хорошими эффектами призмы, водяного размытия и так далее. В ближайшем будущем, я надеюсь, в следующем году, будет гибридный прибор на лазерном источнике в 260 Вт. Некоторые ODM-партнеры компании Silver Star уже используют такие приборы. Не будем пока говорить, кто конкретно, но надеюсь, в следующем году это будет супер новинка. В целом, модельный ряд оборудования Silver Star достаточно большой. Прожекторы, театральные профильные, линзовые, Fresnel-прожекторы. На оборудовании Silver Star можно сделать практически любой проект. От театрального света до прокатных BIM-спот-приборов. В этом году не только компания ImLight празднует свой юбилей. Сезон 2024-2025 – юбилейный для бренда Stage 4. 10 лет в России. 10 лет только в ImLight. Серьезная дата и отличный повод для новостей. Stage 4 уходит в 16 бит. А это новые возможности и новые сферы применения. Многие приборы бренда уже получили 16-битное управление. И это только начало. Из наиболее интересных новинок, а новинок настолько много, что мы не смогли, нам пришлось выбирать лучших из лучших. Наиболее интересных новинок этого сезона мы хотим представить наши новые сетевые устройства, сплиттеры, ArtGate и Stage 4. Ну а из светового оборудования наиболее интересными новинками будут являться ProWash 7x60 Vika с шестицветным синтезом Arbor Line Tian, а также две супер новинки, самые интересные, это ProWash 600 Vika и ProWash 400 Toka. Чем интересны эти прожекторы? Это прожекторы типа Wash с линзой Fresnel, да-да, отсылка к ДТС. А ProWash 600 Vika имеет шестицветный синтез, плюс теплый, плюс холодный. А ProWash 400 Toka имеет двухцветный, теплый, плюс холодный. Мы спроектировали эти приборы специально для дворцов культуры. Нам нужен был универсальный, качественный прибор для фронтального верхнего освещения сцены. И мы его сделали и здесь демонстрируем на выставке. Уже в массовую продажу пойдет, начиная с 2025 года. Также на выставке мы демонстрируем консоли Stage 4 серии Twin, которые в этом году получили развитие – серия Twin Pro. Сегодня семейство Stage 4 – это не только световое оборудование и система управления, но и генераторы спецэффектов, с успехом работающие в ведущих театрах страны. На Light Audio Tech 2024 внимание было приковано к долгожданной новинке – генератору тумана Atmos 1000, работающими с жидкостями на водной основе.
прибор в концепте «Ничего лишнего». Отлично закрывает задачи небольших площадок. Стенд ImLight как фотозона и съемочная площадка. Все три дня работа спецэффектов притягивала не только профильных специалистов, но и медиапублику. Приятный эффект от творческого сотрудничества с компанией Domey и их программным обеспечением TrueWave. В этом году совместно с художником по свету нашего стенда мы пришли к определенной концепции не показывать приборы отдельно, а прийти к определенной синергии спецэффектов лазерных систем для того, чтобы показать красивую картинку. Таким образом у нас работают лазеры вместе с снег-машинами, показывая очень интересный эффект искрящийся. Есть также у нас лазерный мэппинг, это когда лазеры работают по видеоэкрану, таким образом дополняя изображение и создавая определенный эффект вовлечения. То есть в этом году мы предлагаем определенный концепт для работы на различных площадках и для его применения на различных площадках. Юбилейный световой сезон открыт максимально ярко и мощными новинками. Следите за новостями. Будет интересно!